в 10 лет, город Москва. Я очень веселый человек, и у меня почти все дни заняты. Понедельник продленка, во вторник хор, в среду музыкалка на фортепиано и английский. В четверг у меня просто продленка, в пятницу у меня студия актер, между прочим, любимая студия актер, где я учусь 4 часа, каждый урок по часу. Первый урок — это хореография, второй урок — это вокал, третий — речь, и четвертое — актерское мастерство. В субботу я тоже в музыкалке, только я там 3 часа. Сольфеджио час, музыкальная литература час и фортепиано час. В воскресенье сноуборд. Когда я только начинала кататься на сноуборде, у меня была лучшая учительница, и я снялась в фильме «Слезы лета».